Всем огромный привет! Вы на канале Мимилиса. У Алисы скоро будет 4 миллиона подписчиков. Давайте скорее приблизим эту цифру. Ставим лайк и подписываемся на канал. Сегодня мы едем сдавать аттестацию в лицей. Алисочка у нас почти готова. Сонная мышка почти готова. Оделась сегодня она более празднично. Не так, как всегда. Она у нас очень любит носить просто футболочки, леггинсы. Свободный стиль в одежде. Сегодня она одета у нас более официально, потому что это официальная аттестация по итогам обучения за год. Как вы знаете, Алиса у нас находится на семейном обучении. И раз в полгода или раз в квартал ей нужно обязательно приезжать и сдавать аттестацию в лицей, к которому она прикреплена. Так, у меня только один вопрос есть. Сейчас буду сдавать аттестацию или после урока? Ты аттестацию будешь сдавать сейчас. Ты сейчас заходишь в класс, и учитель тебе дает задание. Ты будешь либо писать диктант, либо выполнять контрольную работу по математике, либо чтение будет, либо стих нужно будет рассказать. Кстати, какой стих ты подготовила? Секрет? Ну ладно, будем надеяться, что ты все сдашь. Ой, ну все, ребята, мы подъехали. И сейчас Алисонька пойдет. Счастливого пути, зайка! Родители обязательно заходят в школу в маске, а детям можно без маски. Волнуешься? Алиса сейчас сдает аттестацию по математике. Ребята, Алиса успешно сдала аттестацию. Устала, дочь? Мама, у меня еще уроки начались. Ты хочешь еще в школу попасть? Успеть? Нет. А куда? Домой поедем? Да. Устала, да, сильно? Перенапряжение. Сложно было вообще, Алис? Да, может быть, пойдем покушаем? Пойдем покушаем, нужно отдохнуть. Ребят, действительно было очень сложно. Я была с Алисой, мне разрешили присутствовать. Ну, в принципе, по закону разрешено присутствовать родителям. Под конец только устала, немного растерялась. Папа поздравляет. Ой, боже мой. Папа поздравляет Лисеньку.